У Башкортостана мощный потенциал для ускоренного развития 3D-технологий. Об этом в интервью телеканалу РБК Уфа заявила исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова. Ключевой фактор для быстрого внедрения трехмерного производства – высокий уровень развития промышленности в регионе. Кроме того, в межвузовском кампусе в Уфе планируют разместить лабораторию аддитивных технологий. В частности, здесь ученые-студенты Башкирского медуниверситета займутся созданием биосовместимых имплантов с использованием 3D-печати. Уфа была одна из, наверное, первых, кто начал заниматься аддитивными технологиями. Если говорить о студенчестве, то подготовка кадров для аддитивных технологий – важнейший аспект их развития и их внедрения. Почему? Потому что, учитывая, что это принципиально новые, принципиально другие технологии, они требуют и специальной подготовки кадров. То есть это не просто инженеры-механики или специалисты по материалам, специалисты по технологиям. Это некий симбиоз конструктора, технолога и материаловеда. По словам эксперта, за последние полтора года производство аддитивного отечественного оборудования в стране выросло в 2,5 раза. Объем рынка данных технологий прогнозируется на уровне 23 миллиардов рублей к 2030 году. Сегодня 3D-печать применяется в сфере промышленного производства, медицины, строительства.